Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чтобы не оставлять осиротевший храм на территории закрытой колонии, в епархии ему подобрали новое место. В апреле 2019 года архиепископ Якутский Елинский Роман благословил намерение о переносе и осветил территорию для его возведения в микрорайоне Алроса. Вопрос строительства еще одного храма назрел давно. Существующий, Свято-Иннокентьевский, не вмещает всех верующих и находится далеко для жителей городских окраин. Случай представился удачный. Готовый храм перевезли сюда с территории ликвидированной исправительной колонии. Перевозили по частям, возводили заново все лето. Достраивали объект с помощью благотворителей. Пока храм проводит службы только по субботам. Стены еще пустые, кроме подстава для иконы, подсвечника здесь ничего нет. Но это все временно. Совсем скоро храм заработает в полном объеме. Когда все работы закончатся, здесь могут одновременно находиться до 100 прихожан. У храма есть стандартный набор колоколов и необходимые предметы для обстановки. Их расставят после покраски. Некоторые церковные атрибуты едут издалека и выполнены на заказ. Самое главное, мы заказали иконостас резной в Пятигорске. Она делает очень хороший, красивый иконостас. Я думаю, будет украшением этого храма. Утро частично у нас уже есть для храма. То есть там какая-то часть икон есть. Но икон мало у нас, таких хороших, достойных. Подсвечники там, и так далее. Это мы, значит, все уже приобрели. Тоже не все, но так частично. Я думаю, потихоньку по мере жизни храма все будет наполняться. Для Ленской православной церкви появление еще одного храма – особое событие. И не только из-за возможности вместить больше прихожан. Когда-то в городе стоял храм в честь Николая Чудотворца, но обстоятельства вынудили разобрать святыню. Новый храм в микрорайоне Алроса – дань мухтуйской истории. Марина Крутихина, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край».